Выходи за меня замуж. Хорошо, давай. Сказать, у меня уже есть кое-кто. И кто он? Знаменитый Сяона. Точно, я влюблена в Сяона. Он такой далекий, такой высокий. И хотя он на меня ни разу не посмотрел, мою неразделенную любовь к нему ничто не изменит. Спасибо. Вы должны выйти на арену вместе со своим мужем. Мы выбрались поужинать в день финала, а я был за рулем и врезался в дерево. Я про Найха говорю. Он отключился малость. На несколько часов вырубился. Тебе сегодня нельзя играть? Ты должен отдыхать. Я в порядке, извини. Я заставил тебя ждать. Давай встретимся. Най тоже кого-то ждет? И что это он на меня смотрит? Как неловко. Сяо, какое совпадение? Это не совпадение. Я тебя ждал. Найха? Это я. Чуть снова не заставил тебя ждать. Пешком будет далековато. Нас могут неправильно понять. Неправильно? Подумают, что между нами такие отношения. А с каких пор они у нас не такие? Старший соученик Сяона. Мы собираемся потом пойти ужинать. Возможно, сегодня в сети не появлюсь. Да. Что ты делаешь завтра? Учусь. Дура, учусь. Почему я так сказала? Завтра пойду с тобой. Ну, вон там есть место. Можете подвинуться. На самом деле, я тебя уже видел. Впервые я тебя увидел в интернет-кафе. С дороги! Извините, экстренная ситуация. Я шел посидеть в интернете, а ты меня чуть не сбила. Внезапно мне захотелось узнать о тебе больше. Поэтому я зашел в то интернет-кафе и увидел, как ты играешь в сны рек и озер. В тот день ты спасла свою команду. Ты верна друзьям, отлично сражаешься. У тебя быстрые руки. То есть ты все это время знал, что я камышинка? Да. Поэтому ты сделала мне предложение? Ну да. Вэй-вэй, давай я тебя подвезу. Не надо, спасибо. Вэй-вэй, извини, я опоздал. Как ты тут оказался? Зайти за своей девушкой, это же нормально. Мы пошли, пока. Эй, красавчик, ты в курсе, что твоя девушка в игре уже 100 раз выходила замуж? Она постоянно всем изменяет. Красный абрикос на заграду пророс. У нее жуткая репутация. Тут все знают. Не давай запудрить себе мозги. Главное, что она хочет быть со мной. Остальное меня не волнует. Идем. Как не хочется с тобой расставаться. Мне тоже. Давайте греть и котел.
Даже если когда-нибудь эта игра закроется, то, чем мы вместе любовались, то, что делали вместе, наши воспоминания, все это никогда не померкнет. Я буду помнить это всегда. Когда-нибудь мы приведем сюда нашего ребенка. Если бы я знал, что буду любить тебя так сильно, я бы обязательно влюбился с первого взгляда. We got the keys to the universe inside our minds. Yeah, we got the keys back.